Эти осенние дни для детского сада «Улыбка» стали очень радостными и запоминающимися. В детском саду появился долгожданный детский городок. Подарок от депутата Законодательного собрания Ростовской области Вакулы Натальи Николаевны. Мальчишки и девчонки с замиранием сердца наблюдали за монтажом яркой игровой площадки. Еще до момента открытия детвора уже облюбовала новое место для игр и отдыха. Для наших ребят разноцветная горка, качели, карусели и другие приспособления для игр особенно необходимы, поскольку они дают возможность проводить как можно больше времени на свежем воздухе, что способствует укреплению здоровья и отличному настроению. От лица администрации, сотрудников и воспитанников нашего детского сада выражаю Наталье Николаевне благодарность за содействие в приобретении детской игровой площадки. Искренне желаем вам здоровья, счастья, понимания, творческих успехов и помощи Божией во всех добрых начинаниях. Дети — современный, современный мир, и хотелось бы, чтобы во всех детских садах было такое оборудование для детей. Им очень нравится. И нам нравится, когда они выходят на прогулку, они приходят домой освещенные. От счастья ликует весь наш детский сад. Площадку открыли здесь для ребят. Взлетают до самого неба и качели, и вертятся, словно волчок в карусели. Я вверх по ступенькам забрался на горку, но хоть высоко, но боюсь я нисколько. И весело я крикнул: «Маша, смотри! Сейчас я поеду на раз, два, три!» А Маша внизу улыбается тоже. «Ну что ж, — говорит, — поезжай, если сможешь. Скорее давай, не задерживая очередь, другим покататься тоже ведь хочется». Благодарим вас за этот подарок. Необходим он ребятам и ярок. Дарит он радость, эмоции, букет. Для нас лучше сюрприза просто нет.